А теперь поприветствуем Эли Чу. Чух-чух-чух-чу! Быть другим в таком городишке хорошо тем, что никто не ждет, что ты станешь таким, как они. Мне 17. Мы с папой живем в Сквохэмише. У меня свой бизнес. Я пишу эссе за других. И я всегда думала, что мне никто не нужен. Эй! Постой! 3 страницы, $10. Я не хочу обманывать. Что это? Письмо. Может, доведешь его до ума? Милая Астер Флорес, я люблю тебя. Тут все налетают друг на друга. Я Элли Чу. Да, я знаю. Тебе нужно письмо о любви? Я напишу письмо о любви. Эй! Она ответила. Мы сможем. Пригласи ее. Ну, давай же. Ты прислал СМС? Да. Беседа подобна пинг-понгу. Я подаю, а затем ты... Какого... Ой. Где родился? В Сквохэмише. Чем тебе нравится Сквохэмиш? А я больше нигде не бывал. Я тоже. Что тебе нравится в Астер? Она милая и умная. А что еще в ней есть? Не знаю. То, как она смотрит прямо в глаза. А в океане ее мыслей можно ощутить, что она знает тебя по-настоящему. Какой же я глупый. Я имела в виду... Ты влюблена в Астер. Я думаю, как было бы ужасно притворяться кем-то другим всю жизнь. Пока. Нет, стой! Чух-чу! Вы кого это чух-чу? Что? Вы знаете, каково это встретить того, кто тебя понимает? Любовь – это не обретение второй половинки. Это попытки и поиски и неудачи. Элли такая грустная. Вы просто не знаете, какая она. Какой может быть.